Я говорю, документы, Бион. Я с оружием, предупреждаю последний раз. Я тоже с оружием. Ты тоже с оружием, а я с оружием. Понял или нет? Стой, раз, два. Документы. Документы, я говорю. Чего вы мне руки простягиваете? Я говорю, документы свои. Где місце постійної дислокації, я питаю вас. Я буду кричать, б***ь! Поняв ти чи ні? Не кричи, покажи документи. Що ти сказав, сука? Я говорю, б***ь, документи свої. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДП. Де постійне місце дислокації? Чого він стоїть на заправці? Пускай виїжджає. Хто розрішав йому ходити заморожене? Сюди, говорю. Хто розрішав? Руки приберіть, я ж вас за руками не... Що забирати руки, на? Пі***й гонь. Туда, на***, машину, б***й. Всем привет. У меня радостная новость. Я получил повестку в военкомат. Вот. Сегодня проходил медкомиссию. Вообще вопрос не в самой повестке, что и как там было. Там по этой повестке еще надо будет разбираться. Я думаю, что мы выложим, почему меня, почему не других. Но я как бы не против защищать Родину. Я просто хочу обратиться к тем людям, которые сейчас воюют. У меня был перелом левой руки. Вот, не получалось наложить гипс. И поставили мне пластину там на 13 болтов. В общем, она до сих пор не снята. И как бы хирург в военкомате сказал, что если она действительно там стоит, то вы непригодны к военное время. И направил в Васильковскую районную поликлинику. Я пошел в рентген-кабинет. Значит, в рентген-кабинете на дверях висит табличка специальная, что бюджетных пленок нет. Вот. Я отдал документы медсестре, медсестра меня записала и выписала маленькую такую бумажку, что вот такой размер пленки нужно сходить в аптеку и купить. Ну, естественно, это вызвало бурю эмоций с моей стороны. Выбежал врач-рентгенолог. Фамилия у него Прудник Владимир Иванович. Вот. И, скажем так, в очень грубой форме. Я просто жалею, что я с собой не взял камеру. Как бы не собирался там что-то где-то снимать на этих медкомиссиях. Он говорит: иди, я тебя носом тыкну в эту табличку. Посмотри, видишь, нет бюджетных пленок. Мне просто после такого обращения особого желания ехать и защищать это быдло, которое... Ну, просто я не могу его назвать человеком. Он, отправляющий людей на войну, позволяет себе им тыкать, мыкать. Все, всем пока, до новых встреч.